Всем привет! Сегодня буду коротенько-кратенько говорить, как относиться к неприятностям. Что вообще, себя подразумевает неприятности и как это все быстренько и легко переживать. Так вот, неприятности. Что такое? Не взяли на работу, уволились с работы, прошло плохо свидание, нету мужика, нету денег. Там, не знаю, прислали квитанцию за ЖКХ больше в два раза, чем надо было. Вообще все, да? Ну и плюсом ко всему мировые события, которые нас всех шатают уже сколько лет. Как нужно относиться к неприятностям? Всегда легко, абсолютно всегда легко. Даже если это невозможно сделать с первого раза, нужно все равно пробовать, пробовать и пробовать. Без практики ничего не получается. Вот. Всегда нужно себе говорить все к лучшему, да. Нету, например, что-то, нету результата, ни что-то не выходит, все равно себе все говорим к лучшему, к лучшему, к лучшему. Кроме этого, конечно же, мы идем и делаем ритуал Симрон. Честно говоря, вот я всем всегда советую всегда делать ритуал на привлечение денег, всегда. Неважно на какую луну, неважно вообще что там, кто, где вам сказал, деньги всегда привлекайте, потому что, это то, без чего точно нам жить, сложновато. Вот, соответственно, кроме всего прочего, я рекомендую сейчас вам прочитать книгу, которая была моей настольной долгий период времени, вот, но в этом году я решила эту книжку подарить, в смысле, в печатном варианте, она у меня в электронном хранится до сих пор, и вот эту книжечку я вот сюда сейчас помещу, вы ее почитайте, очень крутая книга, бывший юрист написал книгу о том, как относиться к сложностям, трудностям, неприятностям, всем мир!